Тем временем Великобритания начинает третий раунд переговоров с ЕС по условиям выхода страны из сообщества. Как говорится в заявлении британского министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса, Лондон надеется, что на переговорах в Брюсселе обе стороны проявят гибкость и находчивость. Между тем, премьер-министр Соединенного Королевства не намерена уходить в отставку. С таким сообщением выступила канцелярия главы правительства в ответ на публикации в прессе. Газета Daily Mirror написала, что премьер намерена покинуть свой пост через 2 года и на следующих выборах уже не будет возглавлять консервативную партию. Среди причин называли и поражение на прошедших парламентских выборах, и нежелание участвовать в переговорах с Евросоюзом относительно Brexit. Отмечу, более 60% британцев не одобряют действия правительства на переговорах по выходу страны из ЕС.